Сейчас в республике действуют 4 лесных пожара. Они зафиксированы в Кантапожском, Суоярском и Сартовальском районах. Установлен запрет на посещение лесов. Сообщение с таким текстом МЧС отправило сегодня многим жителям Карелии. В лесах Карелии действуют особые противопожарные режимы. Среднесуточная температура воздуха на юге и в центре региона превышает норму на 7-10 градусов уже несколько дней. В связи с этим управление МЧС решило напомнить жителям о мерах безопасности. Несмотря на текст, полученного многими сообщения, за прогулку, к примеру, по сосновому бору наказывать людей никто не станет. Главное помнить, как вести себя в лесу. Ведь за несоблюдение правил пожарной безопасности во время режима предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Главное управление МЧС России по Республике Карелия рассылает СМС-сообщение с целью профилактики лесных пожаров об ограничении посещения лесов на территории республики и запрете разведения костров. В лес ходить можно. Но, естественно, строго соблюдая нормы безопасности.